Смерть Игоря для многих оказалась неожиданностью. Так во всяком случае говорили почти все его близкие и друзья. Но так ли это было на самом деле? Может быть, эту катастрофу следовало ожидать? Попробуем это понять, пролистав некоторые страницы его жизни за последние полгода. Может быть, после этого мы сможем сделать выводы, которые будут полезны нам, живым. Ранним весенним утром по улицам города спортивной походкой шел молодой и красивый парень в военной форме с дипломатом в руках. Тщательно подогнанная форма на нем прекрасно сидела, украшенная погонами, вышитыми из золота, как генеральские. Редкие прохожие с нескрываемым интересом смотрели ему вслед. А вот и он, знакомый до слез, родительский дом. Игорёшка! Мама! Сыночек! Игорёшка, маленький! Успокойся, мой, мам! Родненький. Успокойся, дома я! Отслужил! А что ты так рано на ногах? Еще же только 6-й час! Да какой там сон? Уже почти месяц не могу спать! Думаю, вдруг ты придешь домой, а тебе и калитку некому открыть! Придется тогда тебе стоять и ждать! Вот об этом думаю, и сон бежит. Да слава Господу, дождали. Какой ты у меня стройный стал, красивый. Ну пойдем домой, отца обрадуем. Неужели все позади? Игорёшка, вернулся. Васька, здоровый, обними меня. Это такой большой вырос, вообще, да, смотри, крепкий. А я тебя обогнал. Тебя возможно. Ну давай, ребята, пойдемте на низ, быстрее. А это кто? Маринка, что ли? Ну, прямо как невеста. Да на тебе подарок принес. А вот я маме тебе шоколадки купил. Я мне подарок. А тебе... Вот мой подарок. Хорошо. Значит, успокоимся здесь. Давайте пойдем уже в зал. Проходим сюда. Давайте. Скажи, сынок, не растерял ли ты за 2 года то, что Господь тебе дал в юности? Конечно нет, пап. А что тебя табаком убили? Курил, что ли? Да что ты не говоришь, сестра, я не курю. Время, как всегда было. Я это в поезде, да, я это в поезде был, понимаешь? Я в поезде был, и там курили много. Да что вы напали на Игорька? С мирскими ведь ехал он. Так все, давай молимся и садимся кушать. Ну ладно, успокоимся. Давай, это Игорь, ты первый помолись. Ну и потом ну, все. Ну, пап, давай ты вот глава семьи, давай ты помолись. Ну как ты так можешь? Ну, тебя ну, Бог столько времени хранил, и ты ну, не можешь его благодарить. Ну, понимаешь, ну... Отец, он может уже ты же самый старший здесь. С тех пор прошло около месяца. К великому сожалению, родители убедились, что их опасения не оказались ошибочными. В этот вечер они ждали Игоря, намереваясь серьезно поговорить с ним. А что, мать, ты переживаешь? Игорь-то вообще у нас собрание оставил, друзьями со своими ходит где-нибудь, и на собрание его не вижу. Да, друзья буквально смотрят. Да, с армией все с ним вместе были, а сейчас никого нет. Я не думаю, это не из-за друзей проблема. Сама проблема в том, что он их оставил. Наш этот сын бросил всю христианскую молодежь. Он ходит на собрание, значит, живой. Какой там живой? Все свое время проводит по этим улицам со своими дружками какими-нибудь. Что смотреть делать такое? Я думаю, сегодня придет, и мы с ним поговорим. Вот явился. Но где ты так долго был? Не видишь уже 12 часов? А ну что, тебе не поздно? Нет, мне не поздно, я молодой. Ну, ты молодой. Ну что, садись, мы хотели с тобой немного поговорить. Знаете, сын у нас какой? Я тоже с вами хотел поговорить. И что ты хотел с нами поговорить, сынок? Мне нужна яма.
Хватит мне пешком ходить. Дайте ей яво сейчас. Зачем она тебе нужна, твоя яво? Да помоги нам сейчас. Я же уже тысячу. Где мы такие деньги возьмем? Ты думал немножко? На пользу ли это тебе вообще яво? А что ты с ней собираешься делать? Я буду на ней ездить. Все в молодежи на ней ездят, а мне что? Без ну, нее вообще не можешь пойти. Пешком ходить, да? Все пацаны ездят, ходят. Ну и что на это? Поедут на горы на 3 дня, на горы, а мне да, что? Люльку подставить туда? Не переживай за посещение, ты только думаешь о своих горах. Знаю что, отец, если меня не будет, да, я в церковь не буду ходить. Все. Я же знаю его, он не надо добро это все сделать. Ты не веришь вообще. Что вообще мы будем с ним делать, с этим? Перестань. Лучше давай подумаем. Потому что потом мы продадим. Все, нет таких денег. Я их не возьму нигде. Я уже 5000 около собрала. На свадьбу не собирала. Мечтала, что вернется. Я же не помню девочку. Скромная человек. Сватом второй приведет. Хватит. Ну ладно, давай что-то подумаем. Окончилась еще одна рабочая смена. Игорь со своими друзьями решили пройтись по городу, поболтать, посмеяться, да вообще праздное время провести. Ах, день трудный был. Отработал мне так, работа уже надоела. Пили бы мне быстрее уже родители машину. Я им сказал, сегодня уже последний день, чтобы у меня она была дома. Тогда по полной программе будем чиловать. О, будет круто. Ну что, шагаем? Давай, через дорогу. Живей, живей. Да куда толопитесь? У нас и целый день еще есть. Шевелись, вообще отстал. У нас не целый день, всегда последний. О, смотри, курица здесь, а ну-ка вон. Аж ее на шашлычок можно взять. Бульончик сделаем, поджарим, вот будет вкуснятина. Игорь, у тебя сегодня какие планы? А что тебе до моих планов? Хочешь своих навязать? У Жеки сегодня день рождения. Молодежь у него собирается. Именинник попросил, чтобы я тебя пригласил. Пойдем вместе. Не, я уже с Жекой завязался. Я больше с ним не дружу. Мы же с Жекой друзья. Был когда-то, но это было давно. И неправда. Ну ладно, я не знал, я думал... Что ты думал? Разве ты не знал, что я с вами все завязал? А что, ты лучшее что-то нашел? Дорога в жизни широкая, ешь, пей, веселись, ни о чем не думай. У меня теперь новая Библия, Капитал называется. А ты хоть ту книгу читал или нет? Да не только читал, изучать какой буду. Какой читатель ты? Вот и Бескорецкий, мать богу молится, а он читал, Капитал читает. Маркса хвалишь. Да ладно, хватит с тобой болтать. Иди, иди, святоша, дергай. В свой последний день Игорь провел обыкновенно. Все как обычно, как каждый день. И только когда стало темнеть, Игорь собрался куда-то ехать. Hey,
остановись, сыночек, пока не поздно, вернись к Богу. Да перестань ты, что истерику закатила, тише. Как ты можешь так говорить? Ведь скоро Христос придет, а ты в грехах утопаешь. Ничего, вы к Богу вознеситесь, а я здесь погуляю. Стой, дитя мое, остановись. Отстань, мать, за своими проповедями, надоел. Я только жить начинаю, а ты гибнешь. Но за окно зацепилась. Отпусти. Не пущу. Я ударю сейчас тебя. Не ударишь. Не такой ты у меня. Не такой. Руки убери. Останови. Я поехал. Игорь! Your baby blues. So full of wonder, your curly cues, your contagious smile. And as I watch, you start to grow up. All I can do is hold you tight. Go!
как слепая ночь. Куда-то гонит. Свернув на маленькую улочку, Игорь решил показать Тане мощь своей машины. Наступили последние секунды. Сейчас проверим. Все мосты. И счастливы не мы, а те, которым снятся сны о весне. Такое бывает на облаках. Сидишь и мечтаешь, что that's what I'm talking about. Тормози, тормози, куда едешь, смотри. Все в отсвете юных лет. Лежит в больнице, заострился профиль. Во взоре гаснет жизни слабый свет. В халатах белых, не волнуясь очень, врачи шепнули тихо в стороне. Она, наверное, не протянет ночи. И слух поймал тот шепот в тишине. Она, наверное, не протянет ночи. И слух поймал тот шепот в тишине. В тишине. Пришлите мать, она сказала строго. Велите ей сейчас ко мне войти. И мать вошла и стала у порога, как бы боясь поближе подойти. И мать вошла и стала у порога, как бы боясь поближе подойти. Стань здесь поближе, мать, я умираю. Я на рояле хорошо играю. Но вот теперь мне нужно умирать. Мне страшно, мать, о Боге я не знаю. Скажи, ответь, как вечность мне встречать. Учила жить, но вот я умираю. А ты не научила умирать. Учила жить, но вот я умираю. А ты не научила умирать.